Солнцестояние разбивает зрителей на два лагеря. Претенциозное Г, хуже фильма я не видел, и мастерский хоррор, лучший за последние 20 лет. Фильм повествует о Дэнни, девушке, у которой в семье произошла трагедия. У нее депрессуха, ей одиноко, единственный свет в ее жизни это ее парень Кристиан, который давно пытается с ней отношения завязать, но все откладывает, а теперь еще из жалости. Мы быстро понимаем, что Кристиан не самый благородный человечишка и хотим надавать ему по морде. Дэнни почему-то этого не видит. Фильм об их расставании, а точнее о том, как Дэнни наконец видит лицемерие Кристиана благодаря тому, что находит утешение и поддержку там, где она порой ожидается меньше всего, в данном случае в религиозной секте с сомнительным поведением. Многие трактуют фильм именно так, и я так думал, пока не услышал видеоанализ Acolytes of Horror. Его теория больше как дополнение, он говорит о том, что на протяжении фильма мы свидетели вербовки, да неуязвимы из-за семейной трагедии, секты целятся именно на таких, отличный момент для мозгопромывания, не только Дэнни, но и нас, убеждая нас в хэппи-энде. Подписывайтесь и комментируйте фильмы, о которых хотите, чтобы я рассказал еще.